Я могу сказать, что для ряда профессий моя личная рекомендация – это все-таки получение местного образования, потому что в ряде специальностей очень влияет структура рынка и специфика рынка. То, что вы делали в России, это не всегда работает таким же образом в Швеции. Ну, например, если вы классный диджитал специалисты, занимаетесь маркетингом в России, например, вы занимаетесь SMM. Это не то же самое, что заниматься этим в Швеции, потому что здесь, например, другие соцсети, здесь не пользуются Одноклассниками, ВКонтакте, здесь нет Яндекса или чего-то еще. Плюс для тех профессий, в которых высокая конкуренция и которые не являются настолько востребованными, как, например, IT-специальности, да, или инженерные специальности. Например, то, чем занимаюсь я, маркетинг — это высококонкурентная область, но при этом специалисты в ней не настолько востребованы, как инженеры. И поэтому в таких областях я бы рекомендовала, например, получить местное образование. Потому что, например, если вы закончили, ну, скажем, МГУ, я не думаю, что в Швеции много организаций, которые знают, как и чему учит МГУ. В России, наверное, все-таки в этом больше понимания. А здесь, если вы закончили шведский вуз, я думаю, что работодатели будут лучше понимать, чему вас учили и как вас учили. Ну, и особенно, если вы работаете в каких-то областях, как я уже сказала, например, медицина или юриспруденция. Местное образование, скорее всего, будет, ну, практически необходимо. И, скорее всего, даже местное образование и последующая какая-то дополнительная квалификация. Поэтому это большой подводный камень. Несмотря на то, что Швеция, это страна, в которой практически каждый человек говорит на английском языке абсолютно свободно, и у вас никогда не возникнет проблем спросить, как куда пройти, как расплатиться в магазине, как записаться к врачу. Все, что касается рынка труда, Швеция, особенно если это не Стокгольм, Швеция хочет и ценит знание шведского языка в каждой профессии, соответственно, на определенном уровне. То есть, например, если вы юрист, вам нужно будет очень-очень хорошее знание шведского языка, потому что работать вы будете с шведскими законами, вы, скорее всего, будете читать много материалов, которые не переведены ни на какой другой язык. В моей специальности, например, в маркетинге, шведский язык очень и очень ценится, и ценится на высоком уровне, так как многие задачи не включают в себя написание текстов на шведском языке. Шведский рынок труда, он очень закрыт. Опять-таки, потому что шведские работодатели немножко опасаются иностранцев, как кота в мешке. Они не очень знают, например, как другие культуры коммуницируют, как этот человек встроится в коллектив. В Швеции коллектив это ядро. Во многих случаях вас наймут не как самого крутого, самого-самого высоко признанного специалиста в мире, скорее всего, вас наймут как хорошего специалиста плюс человека, который подходит уже имеющейся команде по каким-то социальным качествам. И это вам нужно всегда иметь в виду, начиная от того, как вы презентуете себя в своем резюме, что вы пишете в своем сопроводительном письме, и заканчивая тем, как вы попадаете даже на интервью. Потому что в Швеции, ну, как, наверное, в других странах Скандинавии, большая конкуренция, потому что многие люди, живущие в других странах, они видят, что Скандинавия — это достаточно благополучные страны с хорошей, надежной социальной системой. Почему бы не поехать и не работать там? Поэтому вы столкнетесь с тем, что даже на самые начальной позиции будет очень большое количество кандидатов. Например, когда я подавалась на работу, я часто получала ответы из серии «Спасибо за ваше письмо, на эту позицию подавалось 300-400 человек», что в России, наверное, не так часто бывает.
И поэтому, что вам нужно будет знать и реализовывать, это нетворкинг. Во многих случаях это будет для вас ключ для того, чтобы попасть на собеседование или для того, чтобы иметь хотя бы какую-то возможность поговорить с компанией напрямую. Поэтому это мой вам совет. Конечно, рассылать резюме нужно, но для того, чтобы обхитрить немножко систему, я вам советую сделать фокус на нетворкинг, искать какие-то мероприятия, рабочие форматы, в которых вы можете встретиться с компаниями, показать им, кто вы такой, чтобы они увидели вас как реального человека, как вы общаетесь, что вы можете рассказать о своем предыдущем опыте, что вы знаете о Швеции, и тогда им будет уже не так страшно звать вас на собеседование. Почему такая система здесь сложилась? Прежде всего потому, что в Швеции очень сильное трудовое право. Наняв вас один раз на постоянную позицию, в Швеции практически нереально вас уволить с этой позиции. Ну, то есть до того момента, пока вы сами не пришли и не положили заявление на стол, сказав, что я хочу уйти. В Швеции существует очень мало легальных механизмов для того, чтобы вас именно уволить. Вот, поэтому, когда работодатели делают свой выбор, они, конечно, очень настороженно или осторожно относятся к кандидатам, про культуру или про бэкграунд которых они знают не так много, как про, скажем, рядового шведа. Еще один важный момент, связанный с поиском работы по специальности, это такой фактор, как overqualified. То есть, условно, если вы подаетесь на какую-то позицию в Швеции, а в вашем предыдущем опыте вы делали намного больше, чем то, что эта позиция предполагает, а в Швеции вас, скорее всего, не пригласят на интервью, потому что у вас больше навыков, чем эта позиция требует. Почему это происходит? Прежде всего, потому что в Швеции очень сильная система профсоюзов. И если, например, вам нужна будет рабочая виза, да, и если, например, вы были руководителем финансового отдела, а вы подаетесь на позицию, не знаю, младшего бухгалтера, то, конечно, на стадии подачи на рабочую визу вы должны будете общаться с профсоюзом, точнее, не вы, но компания. И профсоюз, скорее всего, скажет, что человек, имеющий ваш опыт, заслуживает более высокой позиции. Конечно, в этом есть корни такой гуманности или желания сделать для вас лучше, сказать, ну вот как же этот человек такой способный, умный, и вообще он должен быть на более высокой позиции, давайте не дадим ему рабочую визу. Вот, в этом есть такая противоречивая система. Поэтому в Швеции часто бывает такое, что специалисты, приезжая в Швецию, они часто корректируют, например, название своих должностей для того, чтобы немного уменьшить свою квалификацию или убрать из резюме то, что никому не нужно для этой конкретной позиции.